А давай, короче, прикольнемся и покрасим стены в подъезде. Я вахую. Давай. Короче, дело было так. В доме, в котором живут мои родители, очень страшная отвратительная стена. И мы решили... Окей, ладно, я решила, что все это нужно менять. Это никуда не годится. Вот, посмотрите на это. В общем, все, мы это начинаем снимать. Старую штукатурку, звездку, покраску, что там было за 100 лет наклеено. Первым делом нужно было снять все старое и нанести грунтовку, чтобы нанести краску. Но не все так просто. Оказалось, что там такие дыры, что их пришлось шпаклевать. Вот, собственно, на видео я это и показываю. Мы это все зашпаклевали. Потом начали наносить грунтовку. Я пыталась сделать это валиком, но, как оказалось, проще делать это с помощью компрессора. Где он? Вот он. Это же компрессор, да, вот наносим. Добавили хлорку, чтобы очистить. На следующий день это выглядело уже вот так. И далее самая интересная часть. Здесь я пропускаю этап, где я наношу основной фон. Он будет васильковым. И здесь уже детали. Честно говоря, я не думала, что что-то получится.